Всем привет! Вы смотрите канал Данила Кулеша, и сегодня я вам расскажу, как же настроить LTE 4G на ваших новых iPad Air. Итак, поехали! Тестирование новых iPad Air, которые поддерживают российские частотные диапазоны, доказало работоспособность планшетов в российских сетях 4-го поколения. Как минимум, гаджет работает с LTE сетями оператора Мегафон Москва. Как можно увидеть на предвиденных скриншотах, iPad Air отлично справляется с подключениями к LTE в российских реалиях. Итак, все, что вам нужно для подключения LTE к вашим новым iPad Air, это купить карточку от компании Мегафон, которую вы видите у себя на экране, а потом на своем iOS-девайсе зайти в сотовые данные и включить LTE-переключатель, переставить в положение «Включено». И после этого сверху возле надписи «Сети» у вас появится значок LTE, как вы видите сейчас на скриншоте. И почти в всех городах России у вас будет скорость 50 мегабайт за секунду. Так что покупайте 4G карточки от компании Мегафон, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки под этим видео, подписывайтесь на группу ВКонтакте. Всем спасибо за просмотр, пока!